И в разрушителе нажми на ускорение, в пушке ты там на троечку, по-моему, или на четверочку. Кто катит осадки в начале инста, ну, ускоряйтесь там, таран, по-моему, или как-то так называется. На тройку. Вперед быстро пойди. Еще две машины. Да. Перецать пушку, нажмите троечку или четверочку. И все. Ну и сюда один. А ускоряйтесь там, быстрее машинки там везите. У Фромер говорит, у него нету танка спека. Четверочка. Кто потанчит может, у кого спек есть? Виталий, ты знаешь тактики-то? А ну вон колк, наверное, потанчит. Привет. Привет. Тебе что, третий танк нужен же был? Ну смотри, I can freeze, допустим, да, Беллин, вот 100% этого танка. И калк. Вполне нормально. А что не починили, изменили? Расскажите вкратце. Не, пета починили там, которые были проблемы у локов на общих петах. Ну, что именно? Ну не помню, это повышенный урон, по-моему, был или что. Это который стражник этот с топором? Ты не знаю, я в чате видел. С бесом ходи, не знаю. Не знаю насчет этого стражника. Да починили, там было это, наверное, недельку. Понял. Все, вы не стойте, ребята, кто приехал, по машинам рассаживайтесь. Смотрите, если вы сели в тачку, и вы там одни, вы автоматически пересаживаетесь в пушку. В кружок, кто знает, как стакать колчеданы, сядьте кто-нибудь. Мутик. Привезу сначала, и все, будем начинать. А что, в больших танках, пушках, что делать надо? Сейчас расскажу все, когда вы усядете. Тут есть щит. Смотрите, у нас в шестой пати, короче, ШП и Элим Рестер. Че, добираем их и начинаем. Гилит Таедникова, что ли, пугом брать? А их что, надо сбивать, эти ящики? Да, колчедан? Угу. Знаю, сглядеть никто пока не плюсует больше. Зашел, не знаю, пойдет, не пойдет. Так ходили же 24. Варенька там может сойдет. Олег потом. Переберем их. Что эти бочки делают? Какие? Посвященные, влезь, пожалуйста. Нет, наглую стрели мотик. Понимаете? Белин, вылезь, пожалуйста. Ну что делать? Нам надо ходить. Сзади один стоит между колонн.
смотрите, в звездочке два человека сидит, в звездочке. А что будет делать? Филипец, у тебя два человека. Я и еще один. И только все. Все отлично. Кранк, у тебя там... О, Англиф, у тебя там есть пассажир? Да, да, есть. У нас 4 разрушителя комплектованы, и в общем, и... Это конец у меня. Ник игровой. Занкпо. Вижу, стой тут на месте, я сейчас к тебе в машину сяду, ты пока в пушку пересаживайся, Занкпо. Под мини-карты там увидишь. Пересиди там, ничего не тыкай. Так, Alt-A, Alt-F4 жми и перезаходи в игру. А ты, Белин, из машины вылазь и не тыкай пока ничего. Ждем, короче, Машуленьку и Альтею. Альтея, вот панель, где у паладина менять ауры, если ты когда-нибудь за паладина играла, там должна быть стрелочка такая красная, попробуй найди ее, если нет, жми Alt-F4 и перезаходи в игру. Так, а ты, Белин, рядом с машиной стоя, ничего не тыкай. Машуленька, ты релогнулась, нормально все? Так, вижу. Я сидела, ник не помнишь? Вот кто в трофейной осадной машине сидит в звезде? Надо, чтобы ты либо вылез, либо перелез на пассажирское место. Пересаживайся в пушку или машину. Вообще надо туда пушку залезть, потому что багает машина. Все, машинка, садись за руль. Кому еще места не хватило? Вижу. Альтея. Альтея. Белик, ты будешь водить или в пушке будешь ездить? Идите. Давай, Альтея, садись в посадку, я тебе кружочек ставлю. И пересаживайся в пушку. Садись опять в кружок. Чё, как ты отсадил? Блин, залезешь после меня, ты такая, что ты сидишь так вот и падаешь. Так, теперь, Хонор, иди сюда. Ищи, квадрат синий. Видишь, как ты перелез, ты должен шутить трофей. Будешь его на воротке не выставить, что можешь смазать, видишь? Тоже будешь выпить или нет? Слышишь, сидишь в кружок. На вам повороте написано, что можно сделать. Закрытый момент. Кто еще тут наши люди сейчас поставьте? Забордался сейчас на этой людей на жизнь, но где-то не стоит. Смотрите, у всех есть машина, одна пассажира, короче, да, трофейки и остатки. Кого нету, напишите. Машина не будет. А где машина? Я вообще не знаю.
смотри, этот чувак, он такой странный, он тупит всегда жестко. Энергию нужны на полужирке колчанах выглядеть таргет и ранжать вас на 5. Если сидите на разрушителях, вы тыкаете колчанах, по-моему, только 2 на босса, стреляете в него. Все очень просто. Кто сидит в посадных машинах, пушка, наносите урон. Когда водитель подъезжает в босс, пить карту, вы сможете щит, по-моему, цифры. Все, а водитель в осадке недалеко от босса ездит, и вот он начинает кастовать. Как только босс начинает кастовать, ждет его второго ускорения водителей, это основная машина, и сбивает его на кабаре. Так что все очень просто. Все, кого мало ХП, просто очень далеко отъезжайте. И водитель к боссу не подъезжайте, все явно понимаете на земле. Король Кизябр, кто у тебя в пушке сидит, ускоряя нажимает, уезжает туда быстрее. Уезжай, уезжай. Кто там в пушке сидит, поднимает на себя. Ваша бутылька вообще туда пошла. Мало ХП, вообще далеко в угол уезжает, вообще не надо. Смотрите, на чипке долго не сидеть, надо прикрывать, пожарить, короче, сколько будет? Ну, 5, максимум. За один раз не получается. Да, сколько выйдет, короче, просто заводим босса и все. Сколько да, пожарим, столько пожарим. Ты что балух? Чтобы время долго не тратить, рейды у нас частенько уйду. Потихоньку кто ходит на копе. Прописал. Бусинка, зайдешь? Рыбка. Там по бафам определитесь, кто чё бафает. Хапал, пеппер, бафает кресты. Беллин Прото. С просвещенной каску. Кто же бафнет кулак? Давайте подождем. Мага сумануть. Лом, ты графит, пассажка. У меня в демоне пути, я буду спокойно. В демоне тоже риму. Да, в демоне активировался. Собака от кулак половины. Ну, шуленько, да? Все, отлично.
Здесь попал все силы, что я хочу. А подключи себе СПД от ХП? До сих пор кошмот, если ты себе кошмот надеть. По-моему, нет. По-моему, нет. Я посмотрю, якорь. Да? Так, блин, пособираешь сбоку мобов? Лаш, как бы? Блин, слышишь? Да, отлично. И там, чтобы проще ориентироваться было, откуда коли такие здоровенные змеи выходят, оттуда пойдет дальше. Все, я ставлю меточки вражей, которых не нужно бить. Напоминаю, страж чего-то там, мы их не трогаем, мы их собираем. Мы их будем жарить. Да, слышу. Вары, вы сразу не врывайтесь. Это звезду не бейте. Не бейте. Не бейте, не бейте. Покажите, блять, который ты мог. Покидайте ему. Да. Это мелкий мог. Молодой пришел там было, а идут на манга. Да, видим. Смотрите, это он. Все, убиваем их, да? Да че, сразу не трогаем. А, страшно, глазур. Паша, Паша, ты сможешь поднять до 10 тысяч? Ну, сможешь поджарить? До 10 тысяч подумаешь? Нет, только сейчас не бей, смотрите. Так, у нас готово 3 пушки. Когда 3 пушки, у моба должно быть не больше 50 тысяч. Так, у нас 2 готовы, 3 готовы. Соответственно, сколько у моба должно быть? Правильно, не больше 50 тысяч. Здоровья. Так, готовы 4 пушки. Стража должна быть меньше. Стража, забери, блядь, 50. Трогайте крепленную пушку, не нажимайте. 40 хп у его. Ну, еще мужик. Я иду запускать. Кружок еще забери. Эти босса без маски, точечно. Давай, подводи к боссу мобов. Вам до 10 тысяч. Должно быть меньше 10 тысяч. И все бьют босса. Давайте в ту сторону, знаете, что это полное. Ого, и стой так отлично, блин. Можете раздать. Что экономить? Давайте раз. Экономьте. Зачем рост? Когда же снимать? Так что, она не добила их? Добила? Она не добила. Он дыхнул в другую сторону, что он сказал там, дай. Даже не бил. Кинь меня к шаману. Диана. Может, еще бьет отдельно. Финишем.
же туда должен идти и вешать этот кровотечение. Кресты без дот подбивают. Пытка и все. Да, пытка и там пытка не найти, и нормально. Сейчас не будет огреться моба. Так, я сейчас третью пушку запускаю, мобов должно быть меньше 50 тысяч в голове. Третья пушка сейчас у меня пойдет. Стоп, ой. Пятнадцать секунд. Спуск босса. Оставляйте примерно по 30 тысяч максимум. Сколько мобов примерно по 30 тысяч примерно. Все, пошел включать. Вот эту пушку. Грамм без масс, точечно. Сейчас у мобов должно быть чуть меньше 10 тысяч. Тайма пошла. Поджарили? Ну, ваншот не будет поджарить. Все отлично. Дети бас. Ой, твои только. А сколько там? Стан по звездочке. Блин, ты дашь по кружочку точечный стан. Знаю, стан нужно дать в каст мобу. Да, вихря не будет. Маша звезда, блин, кружок. Собирайте их, кончите. Еще два плоди. Обратите внимание. Ответственное занятие. Каст будет, готовьтесь. 9 палок, боже мой. На следующем трэше калк. Твоя звездочка. А Пеппер кружок. Плесноль же? Плесноль будем делать, да? Да-да-да. Каст. Калк в каст звездочки. Это кружок. Сначала элементали бейте. Точек сейчас. Тихонько вперед продвигайтесь. Сейчас остальное трэш приведу. Олег, все, он в суде, его бандеровцы забрали.
А правда, что он баб будет на следующей неделе? Да. Как туда попасть, если новичок? Туда только избранные попадут, скорее всего. Так, по бафам проверяйте, кому очень хватает. Сейчас умманить-то будете, нет? Нет. Не знаю даже. А надо? Неплохо было бы. Ну давай присмотрим. Так, да, инфа будет там что-то по анбо. Так, блин, ты на трэше будешь, а кинфрис на бойсе. Ну все, пульте, можете уже начинать. Макма тебя там засуман, прилетает. Так что блин, тут в пуш попасть, а? Рандомно ачивка делается. То есть шанс небольшой у тебя. И ты хочешь. Блин, отведешь мобов в сторонку, я надеюсь, ты шаришь, раскалишь мобов на ачивку. Так, не стопайте. Хромер в ковше, это хилю. Блин, не тех людей хватает. А Йокан и Бабай, как это делаете вы, а? У тебя до сих пор нет этой ачивки? Я целый кра хожу, ни одного раза не брал мне. Пойдем, стопайте. Целый кра трудно ее сделать. Ой, пять раз в льду ходил, блин, ни разу не хватанул. Забирайте трэшку, ладно, на нас. Акинфриз, возьми трэш на себя. У нас, походу, толкавши. Это сприз. Теперь хп алкавши. Но я могу хилиться. Нормально. Скотина, если вы хотите ачивку, надо стопнуть урон. Или не надо? Ты должен их раскалить. Сначала ты должен огонь их завести, они там станут красными, потом ведешь их в воду. Ну их же надо. Ухнулся два раза подряд, что за бред? Чего это было? Ачивку не хотим. Их же надо еще две штуки, насколько я понял, на ачиву. Ройте формулу. А топор можно? Формула чисто персонально идет сразу. А топор спрашивай. Отдай за Англиф, он следующий. Беги сюда, я старший кавчик сейчас мага присмотрю. Да, бегу. Блин, 3 не упало, это бестово. Ну что отдай, Англи? Вторую пару после тебя. Зангпо отдай, Зангпо. Ну да, Занг. Кто-то с паладинов уберите сосредоточен. Здесь его нету. Че, триния реально никому не нужна, но ДФБ, ПТ там. Какая? Ну, бестовая триния. Да я не видел просто чат. Ну я линкую его в чат в это время. А. Да не, варон танчит такое. Куда у тебя есть уже? Так, смотрите, на этом боссе две метки светло остается в рейде, темно, соответственно, выбегает. Все появляется сердце на 75%, переключаемся в него. На 50% у сердца стопаем урон, появится трэш. Протопаладин собирает, ждем, пока он наагрит, сливаем трэш, потом играем в босса, все просто. Максимально просто.
ДНК по кругу раскидать. Экстремка, чего не хватает. Так, экстремка суманить, вдал кинула. Бетелгейс, повороти. Так, ну чё, все тут, погнали. Просто в босса играть. Баш средо. Напоминаю, там трэш прыгает по лоботете, так что аккуратнее, РГДшки. Из сердца до 50%, потом 100 хочу урон. Все, трэш пошел, стопайте, не надо его уже бить. Блин, медит трэш агри. Кружочек поставил. ПДД милики, пока не врывайте, ждите. Бумботов надо из рейда вывести. Это очень важно. Боты очень сильно они, бьют. Они не бьют вообще. Сердце. Опять сердце 150. Все, бейте, дайте. Забери на себя утрамбовщика танк. 50% и утрамбовщика слить. Сзади бомбот идет. Шпешки маги слить ее. Ботов тоже надо убить, чтобы босс не отхиливался. Весь страж дольете и переключайтесь в босс. Сердце, сердце. Забейте на страж. Да. 20%. Сердце бейте. Нет, я не могу, ты стукой. Не бейте сердце, не надо. Бейте трэш. Все, надо бивать босс. Портал, напоминаю, вестибюль. Телепортируемся. Открыть нажмешь хватку в ремонтника. Только пока не агри, ничего. Теперь весь рейд сейчас играет в метку в кружочек. Как танк придет. Так, инфриз тут. Это иди, жми хватку в ремонтника, иди не сюда, прямо в рейд его. Что играть в ремонтника? Потом точечно других мобов двух оставшихся доливайте. Теперь смотри, Кал, как ты даешь точечный стан. Ромбику. Все, БДК, иди танч, ремонтненько. Калк, ты даешь стан. Сейчас, секунду, там бах. Только все подойдете, надоело. Отлично, и потихоньку уже на следующий трэш переходим. Так, экстримка, дайте бафы. Наверное, ей бафов не хватает. Но это не точно. Может, она, конечно, шутит? Башку, да. Привет. Так, все под ноги ему. Как ребро, короче, бьем. Точно так же становимся под ноги ему.
Все, Акин Фрис, а ты тяни. Айс Фрис. Айс Фрис, точно. А, нет, подожди, сейчас придет. Не агрить. Горать не хочется. Теперь то же самое, Ice Freeze. Смотри, по треугольничку давай хватку, все стойте там, где стояли. Один Ice Freeze иди и хватку юзай на ремонтника, притягивай сюда. Отлично. Берите ремонтника. Оставшиеся массы можете залить. Теперь то же самое, калк. Покаяние дашь по ремонтнику, прямо сейчас можешь. Забирать трэш. Там стан пойму. Да впало 33.1, блин. Или что? Можно потихоньку к совету. Больше трех все равно не проходит, филипец. Ну ладно. Только от рейда отворачивается, это хорошо, что он дышит очень сильно. Как насчет вот этой ячейки? Да, ну все равно. Ты же РЛ. Команда. Бьёжа нету, он обычно хочет эту сделать. По бафам смотрите, кому что не хватает. У тебя тут танка или не надо? Тут в любом случае три танка, это Беллин, Ice Freeze и кто там у нас еще танчил? Или Калк. Надо сумануть. Фейкаста надо сумануть. Стоишь Каф, пожалуйста. Каф, поставь графит. Ну, говори, какую ачивку будем делать. Если что не знаете, я подскажу. Давай Малгейма последнюю. Малгейм это средний, который, да? Да. Мне его надо. Сначала убивайте Брундира, самого маленького. Смотрите, звезда. Потом самого большого кружочек. И треугольник оставляете, наконец. Косты у нас у Брундира. У звездочки сбивают вары. Кто там маги. Так, теперь кто кого танчит, ну потом после самого маленького переключайтесь в стали лома. Теперь смотрите, кто кого танчит. Ice Freeze, будешь танчить Малгейма, зеленая меточка, треугольник. Так, Калк, ты будешь танчить стали лома, а ты, блин, будешь танчить Брундира. Не забывайте, потому что у нас самый мелкий дохляк, он постоянно бегает и таргет меняет. Смотри, филипец, если на тебя или на Бетелгейза бежит Брундир, что нужно сделать? Правильно. Прожать дефобилку. Да, чтобы он вас не сбрил. Если вы не дурачки, я надеюсь, вы это понимаете. Жумные все ребята. Просто еще раз говорю, сначала самый маленький звезда, потом сталилом, потом уже треугольник. Все. Особенность Малгейма, когда мы его будем убивать. Рыбку кушайте пока. Смотрите, у него останется где-то примерно 25-30%. Появится синяя лужа, которая сейчас в центре там у боссов. Из этой синей лужи пойдет трэш. Он очень сильно бьет, если он доходит до какого... Ну, по-моему, работает. Из фиолетовой лужи, и он не бьет вообще. То есть он урона не наносит вообще? Да, он сломался, я не знаю куда. Так же, как и бомбы эти на... Этому на роботе. Окей. Но в любом случае босса под этой фиолетовой лужей держать нельзя.
По идее, мобы, когда доходят, они очень сильно бьют. Акинфла, что тебе не хватает? Дал крест? Да, я рыбу положу, это все. Окей. Так, ну все, танки разбирайте своих и помчали. Упало бафов, как на 5 минут оставалось. Калк спайм прям на по себе диспел все время. Да, я знаю. Команд хили трейд. Иногда в танков волну давай. Ну я калка буду. В синюю лужу по возможности заходим. Агро. Давайте, ребят. Цель брундир на вас бежит, прожимайте дефобилку какую-то. Уход в тень, там глыба. Зачем спамить вводим, он же кастует этот скилл. Ну, мало ли. Чуть-чуть умер, непонятно. Забры, бэры, графика. Убивать его полностью? Да, брундира бейте. Бафы по графиту дайте. Теперь самого большого стали лома бейте из синей лужи. По моей команде надо будет разбежаться. Хильте калка, хорошо. Лужа пропадет и разбегайтесь на рейндж. Нельзя ни в коем случае в одной метке стоять. Вот прямо сейчас уже начинайте разбегаться. Разбегайтесь. Лужа в желтой нельзя стоять. Все, ждите, она кинется и потом будете бить спокойно. Бегаем. Синюю лужу заходим и бьем самого большого. Самого рослого. Так, каракриза, бородай мне маны. И конос тоже кинь, и нархопалу. ТД украли. Синюю лужу бить ее. Все хили мои Акин Фриз. Теперь он только танчит. Да. Все забываю. Так, ребята, по команде надо будет снова разбежаться, скорее всего, уже будет. Я скажу как. Так, и выходите РДшки на рейндж. Вон фиолетовая лужа, вот смотри, по-моему, они не бьют нифига. Чуть не рисковать. Разбегайтесь, не стойте в одном метке. Побилки прожмите там, кто умирает. О, молодцы. Не бьют. Да, не бьют. Хорошо, добивайте босс. Отлично. Ульдар мы любим проносить, да? Где ничего не работает. Пойдемте на Калагарна. Буешка еще падает. Снаряд я оторвал и не добил. Смотрите, пока босса никто не сагрил, вот там будут лестницы перед Калагарном, стойте на последней лестнице, в комнату никто не заходит. Я сейчас отойду, буквально на 2 минутки позвоню. Но я тут, если что, начнете по хилю. Позвонить надо срочно. Дайте каску инту по локу. Обновите кулак, пало бафа обновите по пистам. Заканчиваются 2 минуты. Мы по 5 только обновили, блин. Вопрос, а где брать печати в ходе Рафаэля Торима Мирона? Это босс пан?
А, окей. Сейчас я буду говорить. Чё, так, ну первый... Чё? А в галлона-то будем бить? Ну, сейчас нет, потом, в конце. Может быть, не знаю. Давай первый айс фри станчит. Как стак повесит на него, блин, забираешь. Потом калк. Под стак надо прожиматься. Когда у него нет правой руки, прожиматься не надо. Что, надо кому-то тут ачивки какие-то? Давай сделаем эту. Как бить две руки и тело в течение 12 секунд. Что-то такое. Согласен, что? Во-во-во. Это 5 рук просто слить. Ладно, ну давай, я тут тоже сделаю. Сейчас все играют в правую руку, потом в левую. Потом тело никто не бьет, ждем. Все опять играют в правую, потом в левую. Нет, знаете как? Сейчас сколько там получается? 15 на 5. Да, сотки не будет. 6 рук надо сбить. 6 рук, да. Сливаем опять две руки и потом ждем, когда они снова респавнятся. Сливаем до половины и дальше их одновременно сливаем. Не-не-не. Сливаем два раза первую левую и правую и снова левую и правую. Глаза вы главное в тело не играйте. Не прижимайте там звездопад, кливы не юзайте. Так и такое. Перекати обломок с пяти рук уже делается. Шести надо один. Одну лишнюю убить. Короче, пойдем. Обе сделаем сейчас, если все будет нормально делать. Давай, Агри. Прожми сейчас что-нибудь. Дебаф повесился. Да, давай, блин, забирай. Что, правый теперь? Так, давай, забирай калк. А остальные танки, которые не танчат босса, это трэш танчитель. Сейчас не прожимайся, потому что руки у него нет. Он тебя не будет бить. Он бьет сильно, только когда рука правая жива. Все, забирай Белин. Ну или там Ice Freeze. На ком дебаф пропал? Ice Freeze, наверное. Забирай. Не бейте, не бейте, не бейте, не играйте. Не играйте по нему вообще. Если вы еще 5% ему снесете, то не сделаем ничего. Давайте по правой руке. Прожми сейчас срезку, блин. Прожми срезку. Сейчас он ударит. Убьет иначе. Так, забирай калк. Теперь по левой руке. Тело не играйте вообще. Так, забирай сустейтинг. Все, ждем. Сейчас они опять отрастают. Играйте по правой до половины. Потом ждете левую. Играйте по ней. Только вообще без УЕ нету запаса никакого. Не, нормально. Все нормально. Как дал сакру на меня. Свечу. Так, по правой играйте до половины. Когда Динер, пожалуйста? Нос, да, Динер? Попал. Забираю все слятинки, блин. Ты предпочитай гимн на ману, а черный лимон поставь тогда по левому. Давайте по левому. Я поставлю тогда. Давай. Что-то маны вообще нет. Так, наверное, надо забрать сейчас, блин. Да? Да, калк забери. Так, на калка капельку дайте. А, у него срезка. Все, сливайте обе руки. Одновременно.
явно теперь. Вроде там две ачивы должны были. Да, все сделано. Наручи на РДД надо кому-то? Очень интересно, босс будет, если хотите. Можем попробовать бессмертие, если вам надо там кому-то. Можем сделать 9 жизней, например. Кому-то надо. Давай 9 жизней. Ну там когда 9 жизней делал? Я просто на прошлом ударе не был, я не знаю, что это делали. Ну, по-моему, делали как раз на прошлом КДИ. Вы тут забирать. Наверх ведите, и касты ему главное сбить надо. Главное наверх поднять. Стэм, убери. Черный лимон. Так, и Элистер Мак, дай, пожалуйста, штрудели один стак. Слечить. Посмотрите, везде тактика элементарная тут на этих боссах, кроме йога и пожарника. Поэтому выбирайте, я не знаю, что хотите. Девять жизней надо ждать там прилично. Минут 5, наверное, точно босса будем бить. Главное, чтобы эти вары прожимали нормально, забивали каст. Антифир прожимали заранее. Ну тут Англия точно сможет. Безумная кошатница, надо со стражниками ее убить. Если хотите бессмертей, то просто зергом параллельно убивая стражника. Такое-то вообще. Все просто. Ну что будем делать? Я не знаю, что хотите. Прогрессы. Подскажу подмогну, если что. Я бы вообще просто ее заргнул, попробовал бессмертие убить и все. Или вот на ачивку безумная кошатница стражников оставили бы в живых. Делай. Быстрее. Говори, говори, я просто не знаю, мне без разницы, ты же орел. Хорошо, давай делаем кошатницу. Стромер, ой, Калк, блин, забираете по 2 моба и держите их в сторонке от рейда. Пока этого моба, он там босс идет. Давайте быстрее, ведите уже сюда его. Ой, сюда, 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 ведите быстрее на лестнице его. Уходите. Я вышел, сейчас. Уходите. Сейчас сагрите босса, готовьтесь. Танки. Если что, Катенька, на иди лови. Забирай мобов и поднимай наверх. А мобов держите внизу. Ох, заливает. Соло, заберите из меня сколько. Чё, на мне сколько? Блин, ну ладно. Ты должен был там держать, где Калк держит. Его зальют сейчас. Они сейчас рейд, наверное, всё. Так, надо будет каст чуть для этого парня. Жмите БК и... Каст сейчас. Ну все, там залезли. Идите все в кружок. Стойте перед боссом. Далее АОЕ под босса прямо сейчас. Заливайте. Сейчас побежим влево, далеко очень.
Вот, готовьтесь, фиолетовый луч и далеко убегаем. Все, побежали, побежали влево, далеко очень, уходим. Окей, вы агрите. Только таунтами играете сейчас. Сервейт от дикого на максимальный рейндж уходит. И бейте дикого, максимально быстро переключайтесь. Каст? И каст сейчас надо будет. Ары, молодцы. Бейте дикого. А чё не восприимчив? АОЕ под боссы дали? Эти босс. Кто эти предморты? Все, сейчас следующий дикий выйдет из лужи, поэтому что нужно сделать правильно? Чуть-чуть стеснить к лестнице. Уходите оттуда с лужи. Он с черной лужи выйдет, следующий дикий. Толпаем или что мы делаем? Каст. Мы ничего не делаем. Сейчас появится дикий. Мы уже завалили, а чем? Можно 9 жизней сделать. Да. Таунт и таунт. Ну если вы таунт не будете бить босса, можно... Давай, короче, не бейте босса, стопните весь дамаг. Играйте по защитнику. Попробуем 9 жизней. Что, все, вообще босса не бейте, вообще не бейте. 20% нам еще надо 7 раз его залить. Так. Отойдите, стоп, босса подальше стать. Кнос ресневый, да? Дать его я под босса надо будет дать, готовьтесь. Гони босса куда-нибудь к лестнице, что ли? А я вот тут по краю разолью. Да, вот перед мордой стойте, так у него. Вот вышел защитник, сыграйте по защитнику все. Когда она дышит, босс должен дышать на весь ряд, чтобы урон делить. Сейчас опять походу страх, вары, молодцы. Тут опять я надо будет. Маги построят глыбы, паладины вешают стаки, лоб. У вас там босс 13%. Все на боссе. Вообще либо не бейте. В РК ни хрена орелы не слышите, либо сами тупые. Да там по повороте бьет. Дикого бейте. Кикните его больше. Убивайте, не убивайте, пусть он к стенке отойдет. Зачем? Кнос, поднимай Элистер. Ралика, поднимай. Ладно, Вайда поднял. Иди танчи сюда, слышишь, Айсфриз? Иди танчи в этой луже и постоянно босса держи на рейд. Да, у кого БР там есть? Каст сейчас надо будет сбить. Вышел защитник, сыграйте по защитнику. И давай бейте. Удар. Просто надо перед мордой у босса встать, он дышать будет. Все в кружок встаньте. Подведи защитника поближе. Так а зачем там выжилить? Надо наоборот подальше открыли. Все, виск через 5 секунд, готовьтесь, Вара, надо будет каст сбить. Подними тогда занг по кралька. Вы готовьтесь, каст. Появится дикий, сыграйте все в него. Он появится из лужи. Я в кружок сразу вставайте. Кругольник, играйте по нему. Занг по. И стойте по мне в кружке. Теперь обратно в меня вернулись скорее. Бегом, бегом, бегом. Сейчас опять виск, 5 секунд. Надо будет вары сбить, каст. Готовьтесь. Сбиваем каст. Отлично. От танка. Дадим обоих, надо слить массы. Дикий, танчим. Питник вышел. Бей, бейте дикого. Вставай в меня, чтоб таунтить.
Не бейте, вот рядом с лужей убивайте, все отлично. Давай. Квиск, вары. Два раза надо убить. Они добьют босса сейчас. Да нет. Туда ли? Бол. Ну, он сейчас снова визг будет ДБМ показывать. Ну да. Массово должно по рейду бить. Ага. Дитки, бейте, бейте. Время, бьем битого. Это предпоследний дикий. Каст, каст, каст. Бейте, не бейте его тут под босса, убивайте. Вы мне под босса дали? Давай, убивайте. Подлог от босса сейчас дыхнет. Сутка, блин, кто-то сносит нормально. Давай перед мордой опять слим тут. Кружочки. Сейчас скажет, сначала визг будет. Надо будет каст сбить. Каст. Теперь массовая штука, все под морду скорее, и дикого. Убивайте дикого, а потом босса. Дикого, дикого бейте. Тогда убивайте. Прикольно, ребят. Сейчас у нас будет босс Хадир, впереди коридор. Смотрите, на Хадиры все шаманы, присты, паладины, независимо от того, вы ретрики, либо попал. Достаете на панель очищение, рассеивание заклинаний и будете со своих диспелить Фростнову. Напоминаю, друиды на этом боссе, если вы попали во Фростнову, вы просто меняете форму. Друидов никто не диспелит. Диспели магов, варов, пристов там и так далее. Все, друидов мы не трогаем, они сами форму сменят. Агрим, да? Надеюсь, все помнят. Фромер, Элистар. Спасибо за сугробы. Сугроб — волшебная вещь. Есть информация, что надо назад танком вернуться и помочь трэш бить. Кому по бафам чего не хватает, сразу пишите и идем к тебе дальше. И что за эхо, кто знает? Мне подсказывают, что нельзя на сугроб вместе брать. Стоп, как ты это сделал? Ты же наступил на него. Нет, это сугроб.